Около часа не звонили спасателям и пытались потушить пожар самостоятельно. Утром в среду начальник регионального управления МЧС Вячеслав Будко рассказал губернатору о подробностях трагедии в здании бывшего комбината искусственной подошвы. Возгорание произошло в частном цеху по производству подушек. Прибывшие на место спасательные подразделения эвакуировали 50 человек. Пострадавших двое. Сейчас они находятся в областной больнице. Еще одна женщина 58 лет погибла. По факту ее смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело. Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь семье погибшей и пострадавшим на пожаре. Хотелось бы отметить, что никакие надзорные мероприятия на данном объекте в связи с положением 294 федерального закона не проводились. И по причине пожара в настоящее время рассматриваются две версии. Это электромеханическое и неосторожное обращение с огнем. Работает испытательная пожарная лаборатория. По результатам данной работы, естественно, будет дано заключение. Губернатор обратился ко всем собственникам подобных помещений, где трудятся люди. Во время надзорных каникул необходимо проводить независимую оценку пожарных рисков. Это автоматически освобождает от проверок в будущем и поможет не допустить подобных ЧП.